Ой, надо вообще отдать должное матушке Воксе. Я ей очень благодарен, потому что с 90-го года, 30, сколько, 34 года я сюда езжу каждый год по нескольку раз. Раньше, конечно, гораздо чаще, сейчас редко. Но, слава богу, каждая встреча это какое-то новое откровение, это вообще релакс по полной программе. Это любование этой природой, которая, ну, абсолютно не скучно смотреть вообще вечно на все эти пейзажи, на скалы, на камешки, на круги, на воде от играющей рыбы, на деревья, на сосны, на осины, господи, на все. Глаз не то что радуется, он глаз отдыхает, душа радуется, душа поет вообще от этой красоты, которую вообще, по-моему, ни одно творение рук человеческих не заменит. Ну, разве что музыка, может быть. Ну, для меня, во всяком случае. Ой, благодать сегодня такая, такой штиль. Ну, там, не знаю, полметра в секунду, наверное, дует. Мы с Жулей ленимся. Собака совершила утренний моцион, позавтракала. Я тоже. Каждый релаксирует по-своему. Благодать, матушка Вокса. Спасибо тебе за очередную встречу с тобой.